Святой великомученик и целитель Пантелеймон считается покровителем врачей и защитником страждующих. Ему молятся об исцелении от всех болезней. Каждый человек, живя в этой земной жизни, вот, когда-то сталкивался с какими-то болезнями, трудностями, или близкие родственники болеют. Часто сегодня даже наши маленькие новорожденные детки тоже попадают в больницу. И мы понимаем, что не всегда медицина в силах, и не всегда в силах те медикаменты, которые созданы мудрыми людьми, могут нам помогать. Вот, поэтому часто прибегаем в церковь, вот, к молитве Божьей помощи, и особенно мы предстаем на колени, прося, читая акафист великому ученику Пантелеймону, прося, чтобы он был за нас ходатаем, молитвенником. Именем Пантелеймона Целителя часто называют храмы при больницах и госпиталях. Пантелеймон посвятил свою жизнь помощи больным и поддержке нуждающимся. Он не только занимался врачеванием, но и распространял идеи христианства. И всех поздравляю сегодня праздником, желаю всем здравия. Вот желаю, чтобы Господь по молитвам Пантелеймона, чтобы вот этот ковид мы старались пережить, вот, и чтобы он укреплял нас своими молитвами. Божьей вам милости и много лет вам жизни. Великомученик Пантелеймон почитается в православной церкви как грозный святой покровитель воинов. Эта сторона почитания раскрывает его первое имя Пантолеон, это значит «лев во всем». Второе имя, данное при крещении Пантелеймон, то есть всемилостивый, раскрывается из почитания великомученика как целителя. Полина Барбова, Сергей Георгиев, Артем Топал, ГРТ, Хабирляр.